Кстати, умиляют вот эти слова. Давайте обратимся к бизнесменам. Во-первых, ну я пожелание, я понял, великолепное пожелание. Кто От обратится? банкира, кстати, пожелание. Это от банкира? Да. Банкир? Да. Вы знаете, чтобы обратиться, а вот действительно самый как бы серьезный подход к этому может быть почему? Что болельщиков среди бизнесменов очень много, и действительно люди готовы чем-то помогать. Но они реально хотят видеть, что, честно вам скажу, что деньги доходят туда, куда бы они хотели бы чем-то помочь, да, непосредственно. Вот. Но чтобы обратиться к предпринимателям, нужно, наверное, волеизъявление наших руководителей. И кто это обратится? Я обращусь. Могу, но в каком виде, не знаю. Но точно скажут. Дадут по шапке. Не скажут, а дадут по шапке, скажут, ты занимайся своим делом. Я говорю, хорошо, я буду заниматься. С удовольствием бы обратился, болельщиков у нас масса.